Да іншых тэм. Лепшага важатага выбралі ў Гомелі. У абласным этапе конкурсу суперважаты прынялі ўдзел 14 педагогаў з 10 районаў Гомельскай вобласці. Падрабязнасці ў Ганны Каральчук. Конкурс «Супервожаты» проводится у рамках международного взлета пионеров, присвященного 95-годию пионерского руху. Это яркая подея у жизни пионеры, позволяя педагогам поделиться опытом, новыми идеями и интересными формами работы. Каждый из участников областного тура прошел несколько этапов отбора. По итогам проведения районных этапов делегировались лучшие представители пионер-вожатые на зональные этапы. Их у нас прошло 3 в Мозыре, в Рогачеве и в городе Гомель. Всего в зональных этапах приняло участие 36 педагогов, организаторов и заместителей директоров по воспитательной работе, которые как раз-таки занимаются пионерской организацией и координируют их деятельность у себя. У Нины Кот, вожатой дружины имя Юрия Гагарина, за плечима 28 годов педагогичного стажа. Про свою працу и детей она говорит с огнем в очах. Когда я начала работать в Бабунинской средней школе, вошло в традицию на День пионерской дружбы делать велосипед. Пробеги. Мы садимся все на велосипеды, в галстуках, к определенному месту двигаемся, там делаем привал, там у нас, как говорится, игры пионерские, я делю их на 2 команды, дети, играем, подводим итоги. Конкурсанты спаборничали у 2 номинациях – «Открытие года» и «Опыт и майстерство». Каждый подрыхтовал самопрезентацию, социальный ролик и кейс вожатого с фотосдымками и сторонками особистых досягнений. Активно допомагали педагогам и пионеры. Я давно в пионерах. Зимой мы все время делаем кормушки птицам, потом ходим, помогаем ветеранам. Представляет нас туровец Анна Викторовна. Она самая отзывчивая. Когда, например, у нас какая-то проблема, она нам всегда поможет. Лепшими вожатыми по решению жюри стали Ганна Николаевич из Мазырской средней школы номер 14 и Людмила Осипова, педагог 13-й школы города Жлобина. У мая яны представят Гомельщину на заключенном республиканском этапе конкурса «Супервожаты». Ганна Каральчук, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».